Иван, скажите, как складывалась игра? Насколько тяжелый был сегодня соперник? Соперник был очень тяжелый, играет в своем футбол, поэтому нелегко. Постоянно длинная передача, борьба отнимает много сил, постоянно нужна концентрация, постоянно идет напряжение, поэтому нелегко против этой команды было играть. На ваш взгляд, нападающий Арсенал, нападающий Уфы в целом соперник самый жесткий был из всех, с кем приходилось играть в нынешнем сезоне? Я бы не сказал обычный нападающий, просто что габаритный и все вот так. По жесткости все одинаковые, все борются. Это первая лига, одна борьба. Хорошо, спасибо, с победой. Пожалуйста.